Всем привет, ребят. Ну что, сегодня у нас коллекционер на аккаунте моего подписчика Максима. Будем ролить. Веселый у него ник, мам, я в хлам. Так. Смешной ник, конечно. Смотрим, донатный, недонатный. Ну, почти до шапки дошел, немало находится он в гильдии. Влад Дыки, WhatsApp, на экране форты в 20:00, присутствие на БГ, точнее отсутствие на БГ Кик, ежедневное пожертвование гильдии 700 кгшек. Вот так вот, первые, вторые места. Кидайте заявочки, вступайте. Поехали, посмотрим, что у него есть, каким донатом. Так, Фрейка интересная. Хорош, хорош. Ну, Анубису грубую силу смысла нету. Ну, такое себе. Не особо мне нравится. Лучше эмблемой поставить. Пойдет. Огонь. Только смысл и то качать. Ну ладно. Терпимо. Бавашка не надо. Так. Что тут еще интересного у нас есть? Так. Рино. Афина. Седна. Бабашка ремочный. Для чего? Видимо, ну, в принципе, если ремок нет. Такс. Интересно, интересно. Ну, с талантами тут проблем, в принципе, нет. Такс, окей. Поехали, смотрим дальше. Ну, пошли повторки. Что у нас по героям? 73-89 Роза. Космо. Рифит, землеройка, свален. Ну, есть кого выбивать, в принципе. Ронина нет, свалена, землеройки, Франки. Рифит, Космо. Вот так вот. Ну, в принципе, нормально. Поехали дальше. Let's go. Одержимый. Вот я сегодня на всех аккаунтах по-разному. Вот на трех аккаунтах мы даже не собрали слизней. Я не знаю, как это назвать, но это просто жесть. На двух аккаунтах за 20 с лишним к они собрались. Ну, как-то, знаете, очень рандомно. Странно. И сейчас смотрю, опять они просто не падают. Такое чувство, что надо ролить в первые часы после того, как вышла акция. Потому что потом просто тупо нифига не падает. Вот посмотрите, то же самое. Просто в никуда. Капитан Рогатка. Ну, он нам не нужен. Циклоп Дриада. Ледяха. Купидон. Сердцеедка. Вообще, ребята, ну посмотрите, ну разве это ролл? Это пипец. Печаль вообще. Так, смерть. Ну, рандомчик, давай уже что-то. Бог грома. Я офигею. Купидон, профессор Рибет, Суккуб, Атлант. Да, печальный какой-то коллекционер. Десять пятнадцать. Жесть, короче. Профессор Рибит. Имка.
Где герои? Паладин Влад Дракула, студеный. Да после такого даже ролить не хочется. Просто жесть. Триан Сноу и Палач. Да. Просто no comments, ребят. И слизни не собрали, и нифига не выбили. Поехали, попробуем талантики вытащить. Ну, с таким коллекционером героем 11-15, ну это просто печаль. А что, интересно, что он не забирает? Это ж надо забирать. Ребята, вы что, не пропускайте эту акцию. Такс. Поехали, попробуем. Ой, у него тут талантов еще куча. Ну, донат, донат. Ярость. Смоглянем всех до конца. Я думаю, тут на всех пятерки. А нет, смотрите. Пятерки не на всех. Берс. Ну, Махатма у него вроде топовая. По берсу вариантов. Блин, ну конечно 6. Нет, больше такому никому не надо. Ну, смерти, смысла, бессмысленно. Ну, давайте поставим ей как вариант. Лучше. Лучше сейчас апнем ему гарнизон. Замедление, отлично. Замедление у нас для архидемона будет, если нету. Так, две ведьмы. Может, есть еще основная, да, есть разброс. Так, ну-ка давайте будем так смотреть. Стрелок, раскол, в принципе, правильно. Такс, дальше, дальше, дальше смотрим. Вот ведьма. ТУшка, ну блин. Берс, 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 что-то, блин, прет на берже. Какая у него тыковка с исцелением, да. Такс. Бог войны. Ну, получше будет. Но вообще не то, что хотелось бы, конечно. Так, опять. О, есть, отлично, ремочка. Так, ремка, у нас смотрим сразу же. Самому первому, кому бы я ставил, у него ремок и так дофига, но сейчас мы посмотрим триант. У него с оживой. А рунами. Точнее, эмблема и ремка есть. Ну, такое. Так, триант. Но я бы поставил Атланту, потому что ему дальше надо будет проходить. Так, главное не провтыкать. Чтобы это был не второй Атлант, а то такое бывает зачастую. Тут ремки есть. Зачем с гневом качает? Она и так критует неплохо. Так. Ну, Атланта в любом случае ремочного надо. Тут никуда от этого не денешься, поэтому она идет Атланту. Дерево деревом, у него есть седна, в принципе, она тоже может треснуть. Корка. Ну, корка на допа пойдет. Бессмысленно ее вообще ставить. Стойкость. То же самое, в принципе, даже каменка лучше, чем стойкость. Огненка. Отлично. А огненку мы сейчас какому-то танку запилим. Так, Махатма.
Блин, Ремочка и здесь нужна, но в принципе у него тут и рунами, думаю, он соберет. Атланту все-таки нужнее сейчас, чем Купидону. Купидона можно зарядить. У него он ремок хватает, а Атлант именно ремочный нужен. Такс. Зачем ремка была вкачана на Командору? Ей она не нужна. Так, огненка, нам нужен какой-то хороший такой танк. Укротитель СУ. Так, тут у нас каменка. Стойкость. Блин, вот вроде куча героев, а кому поставить? Бог войны. Вот лучше поставим сюда. Вот сурненько, он тоже смотрится довольно-таки неплохо. Гнев. Ну, беспонтово можно ставить. Вот того же самого варлока. Так, еще одно замедление. Его мы отправим на укротителя. У, милость пророка. Милость пророка. Химка, где его? Химка. Поставим вот так вот. Для архидемона. Стойкость СУ. СУ работает только с руки. Так, каменка. Ну, хоть так, пока временно. Так, это можно. Блин, печально, печально падают, конечно, таланты. Ну, что могли, то сделай. Хоть ремку одну вытащили. Все, пишите комменты, ставьте лайки. Я не знаю, неохота ролить больше сегодня. Наверное, будет последний роллинг. Такие вот дела. Всем удачи, всем пока.